были. Так, хочу сегодня вот в этом месте покидать. Здесь вот тоже какие-то колонны сваи непонятные. Близко береговой линии. Никогда сюда не доходил. Не знаю, что здесь. Сейчас поэтому соберем палочку и посмотрим. Ну, взял с собой лайт до 7 грамм. И ультралайт взял до 2,5. Сейчас покидаем 7 грамм на балерине. Пробьем, что здесь со дном, что и как. А там будет видно уже. Либо вернемся туда к себе, за ту сторону моста. И там продолжим. Либо здесь половим, да домой пойдем. Не знаю, какое здесь течение. Но судя по тому, как обтекает вода колонны, течение здесь такое более-менее хорошее, скажу вам. Поэтому пробуем, соберем палочку, посмотрим. Ну что, еще раз. Всем доброе утро. Собрал я палочку. Сегодня опять покидаем лайт. Половим на новом месте. Посмотрим, как здесь с одним стечением. Пару обрывов и уйдем отсюда. Поэтому смотрим, что будет. Да, поставил сегодня джигрик сразу сходу живым червем. Будем брать неактивную рыбу на живые приманки. Будем, так сказать, заниматься читерством. Да и ладно. Нам главное получить поклевочку. А каким методом, уже не важно. Да, ну вижу, течение здесь сильное. Сносить будет все и вся. Ну посмотрим. Посмотрим. Просто интересно попробовать. Да, ветерок у нас сегодня 3 метра в секунду. С утра он еще и такой прохладненький. Бьет прям в шею. Не очень. Посмотрим, как скажется это на микрофоне. Как микрофон справится с завываниями ветра сегодня. Да, ветер 3 метра в секунду создает вон такие волны на воде. Казалось бы, всего лишь 3 метра. Уходим, уходим, уходим. Наступит времена, зачем? Родная, в экстазе бывает. Надо вас там, где ты? Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Там тоже спиннингисты. Так, покидаем здесь, посмотрим здесь, может, течение поменьше. Правда, здесь поисковик со своим магнитом все откидал, все расшугал, если тут что-то и было. Ну, не суть важно. Нам так закинуть, да и ладно. Есть, есть. Вот он, полосатый друг первый. Вот он, полосатый. Ох ты, съел червячка. Ну ладно, нам же не жалко. Нам же не жалко. Такой полосатый разбойничек. Да? Вдруг, оп, посмотрим, сфотаем. Да и отпустим, не переживай. Все как обычно, ребята.
плюс один к скиллу, плюс один к армии. Ничего нового. Стандартный наборчик. Так. Что, первого взяли? Плюс один. Давай, друг. Опа. Молодец. Пойдем, пойдем. К себе, пойдем, к себе, пойдем. Оп. Так, вот мы и добрались до своего места. Пришлось обойти крюк, потому что светофоров в других местах нет. Ох, смотрите, два баркасика таких приплыло. Вот, они перекрыли движение своим, так сказать, корпусом. Поэтому там можно будет покидать, возможно, там они изменили течение. И его сейчас там такого сильного нет. Попробуем и там откидаем. Так, ну что, сфинкса мы потерли перед уходом, значит, нам грозит поклевка. Есть, есть, Рыбехин. Вот он, соблазнился вдруг на червячка. Вот стандартный небольшой мелкий, это еще даже не очень мелкий, такой вот рыбка есть. Давай. Опа, блин, как же высоко то тебя сбрасывать приходится, аж сердце кровью обливается, когда вы туда плюхаетесь. Ну, никак вас нежнее не опустишь. Ох, сошел, но почему фрикционов-то нету, елки-палки, что ж затянуто-то так все наглухо, я не понял. Был бы фрикцион, сейчас бы не ушел окушок, был покрупнее, чем только что был пойман, немножко, но крупнее. Ну, эх, она. Дружок, на что ты взял? На дропшотик взял. Ну, вот только что дядька проходил, спрашивал. Ну что, есть? Есть. Окунь. Вот он. Друг зубастый, полосастый. Опа, опа, опа. Да подожди, подожди. У меня от этого, от этих червей уже руки все черные. Полотенца нет, вытереться. Ага, жесть. Давай, покажи, покажи, покажи плавнички свои красивые. Какой же окунь все-таки классный. Особенно мне нравится наблюдать, как его снимают зимой подледными и подледной ловли на камеры. Как он стоит там тайкой, свои колючки там распушит. Ну, прикольная рыбка. Есть, 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 есть. Фрикциончик работает. Отлично. Дропшотик сработал. Так. Такой полосатик. Так, палку на бетон, как бы не бомбил там кто. Так, такой вот полосатик есть на дропшотик. Малек Беркли в маринаде серо-беленький. Все как надо. Друг дайте сфотографирую, пожалуйста. Вот мой красавец.
Да, вчера кто-то выкладывал в группе фото с рыбалочки с Украины. Солнечного окуня. Блин, какой он тоже прикольный, красивый, будто, как не знаю, морская рыба. Такой симпатичный. Так, ну что, раз есть там рыбка, давай опять туда же. Значит, стоит в укрытии там, возле опоры, плюс лодочка. Ну что опять? Ну что опять? Ну что опять? Зацеп опять. Да что-то прям, что-то чувствую конкретно. Цепанулся. О, ребята, это все. Это обрыв. Это обрыв. Потеря сразу двух приманок. И зацеп опять дропшотом. Нет. Все-таки не дропшотом. Все-таки балерина конкретно так зацепилась за что-то там. Вот и она не прошла все препятствия, которые здесь были. Ну что, вяжем тогда груз банан и продолжаем теперь на банане. Ну давай. Еще один полосатик, дружочек, этот поменьше. На втором ударчике я тебя подсек, да? Раз ударил, дал тебе еще раз, и второй ударчик было само то. Дать тебе позволить ударить дважды. Ну, красивенький, полосатенький, что еще? Давай, плыви. Спасибо. Оп. Блин, высоко-высоко падаете вы, конечно. Так, ну давайте поменяем приманочку. Сделаем здесь еще несколько проводочек. Несколько забросов. Так, малька пока положим сюда. На колонну. Пусть она лежит. И сейчас посмотрим, что мы возьмем. Так, посмотрим, посмотрим, где тут рачок фиолетовый. Вот он, рачок такой вот фиолетовый. Есть еще где-то вот такой зелененький. Тоже как вариант можно попробовать. У него усы еще длиннее. И играть могут по-другому. Попробуем. Такой вот рачок прекрасно сейчас будет играть своими клешнями. Ну давай, мелкоокунь. Что ты опять переплёс вокруг тюльпана? Эй, что? Эй, моряк! Так, закинули прям на корабль. Ну и что? Он попал на корабль и куда-то укатился, и там зацепился за покрышку. Ну елки-палки, ну вы что, издеваетесь? Когда захочешь так метко куда-нибудь кинуть, не кинешь. А тут все, сейчас обрыв оснастки сходу. Грёбаная, блядь, резина, сука.
Да что тут? Ну все, елки-палки. Опять зацеп. И опять, наверное, будет обрыв. Да, все, обрыв. Оборвались. Алло. Так, ну что, ребята, все. Так, вот никогда. Если вы решили поговорить по телефону или еще что, никогда не оставляйте приманку в воде. Никогда. Потому что это всегда грозит вот такими зацепами. Потому что она там ложится и залазит куда-нибудь из движения. Когда все-таки ты проводку делаешь, она, приманочка грузила, совершает какие-то там манипуляции и проходит. О, все, обрыв и домой. Ну ладно, на этом мы закончим. Все-таки оборвал я балерину за эти дни. Это был, не балерину оторвал, зацепился где-то выше дропшота. Я дропшотом зацепился, оторвался. Зацепился дропшотом и оторвался. Ну вот, потеря балерины. Осталась у меня еще одна. Поэтому во время разговоров всегда вы вытаскиваете приманку и оставляете ее на дне.